Пока вытаскиваем. Я их поймать не могу. Да подожди, да что наиграется? Здорово! Подожди, Саня! А чё, чё я не поймал? Ну, а, опа, опа! Вот зуба! Хуйня какая-то! Хуйня! Девушку-то собираем, да? Вот смотри, птичка. Стрекоза пытаюсь заснять, не получается. Они на лету типа кушают, что ли? Или что? Ну да. Кого? Мошек, комаров. Ага. Строим дом. Решили тент по-другому установить. Так. Это площадка кемпинг. Бесплатная около Золотого. Кто тут ворчит? Тут ворчит. Эх, говорит, отвернуться-то некуда. Это наш пионер. Так, 2020 год, август, число не помню. Какой 20? Тут ты, 22. Сколько тебе там лет полных? Ну ладно, скажи. Короче, это мое создание 2006 года. 1 сентября моему созданию исполнится, да и вроде 16 лет. 16 лет исполнится, вот. У меня создание. Ты не создание, что ли? Ты наше создание. Нет, ты меня в инкубаторе. Нет, не в инкубаторе. Ты в единственном числе у нас создание. Ты, короче, видишь, опять ты согласишься? Пап! Помаши для истории, а? Сейчас. Ну ладно уж, что тебе жалко, что ли? Я не вижу, что это фигня. Нет, мужики работают.
рекламу райских наслаждений. Как твои дела? Яш, ты спишь? Там. Да? Там баба надела. Сынок, можно заново? Что там ты про райское наслаждение говорил? Сынок! Ну, я тоже хочу райское наслаждение. У тебя и так райское сидит. Я девочка. Я тебя для истории записываю. Давайте чай поснимаем, что ли. Как? Титаник? Тяни. Это маленький Титаник у вас. Домик для Яши. Мам, она уже приступила. Ну ты же не ведешь. Она передумала. Да? Яш, стоять! Стоять! Нельзя здесь! Ты чё? Опупел, что ли? Сейчас Никита сводит. Знаешь, ближайший час срок будет недоступен. Ну ты его на секунду, вот пока ты крутишь, он там погуляет. Постоянная видеосъемка. Стоять. Повернись. Не надо ломать. Надо. Давай еще раз. Я поближе возьму. Ой, не так. Как-то вот так, вот так, вот так делаю. Два говорит худосочных. Давай, изображает что? Вот серая, ее не надо. Так, шорчики не марать. Что ты снимаешь? Процесс. Вон я же снимаю, значит, что ты делаешь. Мажет чекраковскую грязь. Блин. А запахи-то? О, кайф. Ой, ты проснулся сюда? Ой. Давай, давай. Там точно кое-что не сойдет. Там люди еще полностью измазаны, даже рот измазан. Капец. Вообще, гирейку на маску. Да, секси. И просто стоим маску. Точно? Грязный.
Вов, тебе как, нравится? Личико намазать. Не надо ему личико мазать. Иди, это, коленки мажь свои. Да ну, я сегодня не пойду в воду. Может быть. А может, помню. Давай тебя с ног до головы полью. А чего ж позвоночник до конца намажь, только шорты не морай. Мимо сколько льете? Иди, сама налей тогда. Нет, спасибо. Мне тут достаточно вида. А запаха? Запах до меня не доходит, слава богу. Сейчас подойдем. Не надо. Ты вон там, кругами иди. Иди отсюда. Иди в море. Так я не поняла, там должно высыхать или не должно? Но засыхать не должно, слышишь? Ну все, все, почувствовала. Иди, вали. Вкусно. Фу. Папа, стой. Я как это, по властелин колец меня отключил. Ты лучше, Никит, свои коленки намажь. Завтра я лягу, ты меня будешь. Ну, если только ты голый ляжешь, в шортах не надо. Я не буду это ассоциировать. Сынок! Папа на розу. Не морайте мой розовенький! Вов, ты уже матрас изморал! Заметьте, море вообще тихое. На, я буду к тебе. Спасибочки.
Такой, блин, я снимаю Яшу, тут ты с яблоками. Яша смотрит закат.